Итак, всем добрый день. На данный момент вашему вниманию предоставляется импульсный блок питания фирмы Rebiton на 5000 мА или 5 ампер. Так, что он из себя представляет? Поставляется вот в такой упаковке. То есть рассчитан на 5, 6, 7,5, 9, 12, 3,5, 15 вольт. Так, единственное, 5 ампер только до 12 вольт. То есть есть 8 различных штрихов подключения. Там с выбором полярности плюс-минус. Так, ну и вот технические характеристики, то есть 13,5-15 вольт на 3,8 ампер предназначено. 6 до 12,5 ампер. Так, ну, показан принцип работы данного устройства. То есть самое главное определить полярность, какая необходима. То есть либо нужно найти рекомендуемые фирмы-производителей различного оборудования, либо там для ноутбуков, либо для электрического какого-то оборудования. Ну, в моем случае это будет использоваться для LED-освещения кольцевой осветительный прибор. И Yongno 608 RGB. Так, как он будет работать в паре, то есть смотрите видео распаковки данного LED освещения. Так, ну и давайте посмотрим, что находится внутри упаковки. Так, ну и здесь находятся эти вот 8 вариантов подключений штекера. Так, дальше сам блок питания и инструкция по эксплуатации. Так, вот варианты подключения плюс-минуса. Ну, в моем варианте это левый вариант подключения. То есть плюс идет внутри, а снаружи минус. То есть есть обратный вариант. Внутри минус, снаружи плюс. Так, здесь находится 6 вариантов разъемов подключения, ну и ключик изменения вольтажности, то есть от 6 до 15. То есть, ну и вот здесь вот стрелка указывает, какой вариант необходимо. Причем эту стрелку нужно совместить со стрелкой на штекере. Так, вот 4. Так, и еще 4 варианта для подключения. Вот у меня подходят вот эти 2. Чаще я использую вот этот крайний. То есть, ну и на каждом, вот, кстати, указан, то есть с этого варианта минус в центре, плюс снаружи. А здесь, когда подключаете, плюс внутри, а минус снаружи. Так, ну и сам блок питания. То есть, крепление проводов при помощи стандартной липучки. Так, ну и длина где-то 1,8-1,5 метра. То есть вот клемма подключения. Здесь плюс-минус.
Так, есть фильтр. Так, ну и здесь тоже кабель где-то 1,5 метра. Также на липучке. Удобно. Сам блок питания. Так, ну и вот при помощи этого ключа вы устанавливаете тот необходимый вольтаж, какой вам необходим для подключения соответствующего оборудования. То есть, ну, мне надо от 8 до 12, то есть вот эти три варианта использовать. То есть производитель рекомендует от 8 вольт до 12, то есть вот эти три варианта подходят, и ключом именно на 5 ампер. Вот 13,5 и 15 уже идут 3,8 ампера, ну или 3800 миллиамперов, то есть 60 ватт потребления. Так, вот такой вот блок питания, то есть он рабочий. Проверим. Так, ну и год гарантию дает производитель. Так, всем спасибо за внимание, кому было полезно данная распаковка. Так, до следующих распаковок, всем удачных покупок, до свидания.